Після ослаблення карантину знову почали працювати громадські заклади, кінотеатри та театри. Останні особливо постраждали від антикоронавірусних заходів. Відвідувачів, як правило, і так було небагато, а локдаун поставив власників більшості таких культурних установ і закладів у дуже складне фінансове становище. Винятком не став і будинок клоунів, театр, який вже 18 років ефективно, успішно працює в Одесі заради одеситів і туристів. І вже навіть анонсували чимало прем'єр. Тож наразі до нашої студії завітав всіма улюблений одеситами актор, режисер, поет, директор будинку клоунів Борис Барський. Пане Борисе, вітаємо. О, здрасте, здрасте. Я б ще додав до цього, ну, абсолютно, можливо, так, навіть гучно геній. Бо я дивився всі ваші вистави, Дон Жуан, це просто, ну, я не знаю, це з будь-якого емоційного дна може піднести за кілька хвилин. Дякуємо вам за це. Та я такий, да, я, спасибо. Да. Так, вітаємо вас. Нарешті найдраматичніші часи театру трошки призупинили. Ми нарешті вийшли з червоної зони і можемо піти спокійно до театру. Розкажіть, будь ласка, будинок клоунів, що сьогодні може запропонувати шанувальникам театру? Ну, сьогодні ще нічого не може, тому що це не столовая. Ми пішли швидко, набрали їди, положили в тарілки, навіть не готовя. А на самом деле это такой сложный процесс, потому что нужно каким-то образом выйти в рекламу, нужно, чтобы это анонсировалось где-то, чтобы зрители услышали и поверили. Потому что в прошлом году мы работали в летнем театре «Горсат», и у нас в театре работали. И шла реклама в летнем театре «Горсат». Ну, наверное, раза три перед началом спектакля, в середине спектакля в антракте шла три раза реклама. И в конце. И потом мы выходили со зрителями, фотографировались, давали автографы, и все подходили и говорили: «Скажите, а когда Дом клоунов откроется?» Думаешь, блин, а чем ты слушал? Ну, мы же рассказывали. Вот, и поэтому зритель должен привыкнуть, как-то осознать, что да, театр уже работает, уже можно приходить. И опять же, вот это количество негатива, которое за месяц было слито, ужасающая картинка, когда не хочется жить, и ты утром просыпаешься, включаешь новости, а тебе рассказывают: «Еще на несколько тысяч больше заболело, радуйтесь, люди, будьте счастливы». Так. Ну, счастлив не от того, что я не заболел. Я не заболел, я счастлив. Цікавий в мене особисто був досвід у березні минулого року. Просто перед самісіньким локдауном я щотижня відвідував ваші заходи. І пам'ятаю, як ваш колега, не менш талановитий, Георгій Ділієв, анонсував карколомну за масштабами юморину за участі відомих клоунів. І ось я вийшов за поріг вашого будинку клоунів, і наступного дня запровадили локдаун. А ми в це время вже успіли вложити деньги в рекламу, ми вже успіли напечатати продукцію, печатну цю продукцію вже розвісили на щитах. І от, ну, поздравляємо вас, ребята, ви вибросили деньги на вітер. Як це боляче? Не лише фінансово, а й емоційно вдарило по вас і вашій трупі. Ну, говорять, що у кого було на кольце написано, і це пройде. Так, і ви вже звиклися до того стану, коли вже так синусоїдально. Ні, говорять, що у нього ще було 9 колец, на яких така фігня була написана. Да, ну, ко всьому ти привикаєш, ко всьому, в принципі, ну, ладно. Ну, ми ж одесити, ми не привикли, що нас всю життя там за ручку, як в школу, родителі будуть водити, а ти в сім'ї привикаєш, що ти самий любимий, і тебе всі люблять, а тебе приводять в школу і говорять: «Ніфіга, ти не один такий». Вот. І тут нікого не люблять. Вот. Ну, і вийшло, що культуру у нас теж не люблять. Ну, так, ну, зачем вона нужна, культура, в принципі? Ну так, коли торговельні центри переповнені людьми у розпал локдауну, начебто на виніс працюють, у черзі. Театр – це іменно то місце, в якому можна заразитися. Угу. Ну, от нас можна заразитися тільки юмором. Так. А це непогане зараження, я б хотіла цей вірус так отримати, якщо гумором. Дякую, так. Якщо все ж таки про гроші, ми так обійшли цю тему, а давайте все ж таки повернемося про фінанси. Наскільки боляче вдарив цей рік локдауну по театру? Адже спочатку повністю закрили, потім відкрили і на 50% посадка. І люди ж взагалі, ну, хтось боїться йти і не йде, навіть якщо дозволено. Хтось не купує квитки, бо сьогодні куплю на тиждень, а за два дні знову буде локдаун і прогорять ці квитки. Це 100%, да, люди так рішають. Ну, в принципі, ми навіть от комедіаду, яку ми об'явили, і яку сказали, що да, будемо проводити, але ми об'явили, що всі білети, куплені на комедіаду, вони дійсують на будь-який спектакль масок, який, як тільки ми відкриємося, почнемо працювати, можна. Але на самом деле дуже сильно ударило. Ударило ще тим, що
ну, любой театр — это как бассейн, да, есть труба, которая наполняет бассейн, есть труба, из которой все это вытекает. И вот ту трубу, которая наполняет, нам перекрыли, а которая вытекает, никто не перекрывал. И нам за воду надо платить, за свет надо платить, аренду надо платить, вот, за все надо платить. Вот. И мы так, мы научились, короче, притормаживать и говорить: ребята, появится работа, а появятся деньги. Ну, короче, утром стулья, вечером деньги. А ось, да, до речі, ви заговорили про оренду. Це не ваша власність будинок, клуб? Ні, ну, це ж ви орендуєте, так? Це здорово, нам на 50 років дали в оренду, і, в принципі, це дало нам можливість жити дуже довго. У нас ще десь років 30... Сколько? 18 уже прошло, да, получается, значит, еще 32 года у нас еще есть. Тоже, если 32 года попереду, что не меньше, бажано больше. Мы расплатимся, мы за эти 32 года за все расплатимся. Как говорит мой кум, давай до 85, а потом продолжим. А у меня кума говорил, мы с кумом говорили, и кум говорит: давай, чтобы выпьем за то, чтобы нас в 99 посадили за изнасилование. А кума говорила: давайте яскравейше. Тож, за эти 32 года умовні, а что вы планируете сейчас сделать? Ну, для творчих, творчие ваши планы на самом деле. Да мы даже то, что в прошлом году сделали, не успели отыграть нормально. У нас замечательные, кроме Дон Жуана, у нас замечательные спектакли. И Отелло, и Ромео и Джульетта, это все комедии. У нас не получается трагедия, мы пробовали, все равно зрители смеются. Вот. А я случайно, у меня оказался вот флэр, я тебе коротко, я скажу, вот 7-го, уже мая 7-го, о чем молчат мужчины, «Дикарь Форева», спектакль чудный, просто великолепный, замечательный. 8-го «Одесский подкидыш», эти спектакли можно увидеть только у нас в нашем театре. «Одесский подкидыш» — это Георгий Голубенко написал пьесу специально для нас, для Георгия Делиева, Бориса Барского и Натальи Бусько мы играем. 9-го «Евреи Евредика», очень смешной спектакль, мне нравится, не знаю. Я со стороны ни разу не видел. Вот 12-го «Дон Жуан», вот как вы говорили, 12 мая. 16-го «Ромео и Джульетта». 21-го «Пришел мужчина к женщине». Ну не пьеса, а просто это конфетка. И еще и в оберточке хорошие. И гениальные актеры – это Алексей Агапян и Ирочка. Значит, 26-го «Евреи Евредика». 29-го мая «Ромео и Джульетта». Опять 30-го «Рыжий город», который я не могу наиграться. Я его сделал в прошлом году. Ровно вот 28-го я поставил на 28 февраля, думаю, гениальное число, это, ну, потом можно будет премьеру раз в 4 года. Вот я как накаркал. Так и все, дальше пошло 4 месяца карантина, дальше, ну, короче, одно за другое начало цепляться, потом, ну, надеюсь, я его сыграю. Это тоже по Георгию Голубенко, «Рыжий город» — это наш город, это город, поцелованный Богом в темечко просто, это улыбка Бога, а не город. Вот, и он трогательный, и где-то смешной, и где-то вот сколько людей ко мне подходили со слезами на глазах и говорили, такое ощущение, что ты, ну, с одной стороны щекочешь, а с другой стороны скрябаешь, А на открытых майданчиках будут? Цього року працювати? Да, ми вже договорились, будемо все-таки грати на літній площадці в Горсаду. В этот раз мы тогда играли две пьесы. Мы играли «Атака клоунов», пьесу, ну, спектакль. Это лучшие номера вообще за все время масок. Вот собранные самые лучшие номера. И играли «Ромео и Джульетту». Пробовали «Дон Жуан», немножко сложно было. Сейчас мы собираемся и «Дон Жуана», и «Ромео» играть, и «Отелло». Все, будемо старатися все грати. У кожного артиста є свої, так би мовити, вподобання. Вам подобається більше грати на відкритому повітрі, просто неба, або ж все-таки у рідному для вас будинку клоунів? Ну, звісно, краще в родному домі грати, тому що там уже намоліне місце, просто там стіни дишать цією атмосферою, люди заходять. А периодически я правда слышу в фойе, они говорят: ничего не произошло, уже хочется улыбаться. Это чудно, это чудное. Абсолютно. Ощущение. А ось щодо ще от планів. От ми знаємо, я знаю особисто, що більшість постанов, вистав, «Ромео і Джульєтта», зокрема «Дон Жуан», можливо, всі абсолютно, писали здебільшого ви. Ні, 4 я не писав. 4, так? Вщухає ваше прагнення народжувати щось нове під час цієї скрути карантинної? Бачимо у вашому голосі не лише традиційний оптимізм, а й деяку збентеженість тим, що відбувається. Нету збентеженості, чесно. Ми вже ко всьому привикли. І тим більше, ми ж покоління Совєтського Союзу. Нас це просто так не поламаєш. А ще кажуть, що це закатане в асфальт, то, що проростає, то геніально. А вже почали розмову з цього. Ми геніальні, нас в асфальт не закатаєш.
Вот. Есть новые идеи, конечно, но у меня уже опыт подсказывает, что никогда не рассказывай. Потому что, ну, рассказал, это как будто бы сделал. Абсолютно, абсолютно. Хочешь насмешити Бога, поділись ним зі своїми планами. Своїми планами. Кажуть, до речі, що артисти комедійного жанру, вони в житті досить сумні. Ну, я так бачу по вас, що це неправда. Это плохие артисты, они грустные, а хорошие они веселые. Я когда-то с девочкой разговаривал с одной маленькой, года 3 или 4. Вот, и мы так сдружились с ней, поигрались где-то в фойе там. А потом она встала, так руку на стенку поставила. Говорит, я в детстве тоже мечтала стать артисткой, но потом передумала. Я говорю, а что ты передумала? Она говорит, да артистам так мало платят. Я говорю, ты понимаешь, это плохим платят мало, а хорошим нормально платят. Она говорит, да, ну тогда я буду хорошей артисткой. Ну вот, видишь. Вам платят стільки, що ви не подались в політику. Ну, платят достаточно для того, чтобы ты мог купить себе буханку хлеба и намазать ее маслом. В принципе, я не считаю, что деньги – это главное, счастье оно. Ну как, деньги дают некоторую степень свободы. Вот. Но самое большое счастье, наверное, выбирать для себя, чем хочешь ты заниматься и чем не хочешь. Хочешь ты зарабатывать деньги или хочешь ты творчество. Если ты занимаешься творчеством, деньги, они все равно тебя догонят. В любом случае. Вот. Ты что-то делаешь, ты делаешь это бесплатно. Все постановки, которые мы делали, у нас в принципе, у нас не было спонсоров. Мы вкладывали свои деньги в то, чтобы там заказать какие-то декорации, там, по звуку, режиссура, видео маппинг, еще что-то. Все это как бы вот мы сами, вот, ну, вот у меня есть, вот я положил. Я хочу, чтобы это существовало. В дальнейшем, оказывается, вот оно отбивается потом. Но со временем ты раз смотришь, все так. Я, в принципе, заработал то, что вкладывал. Я до чого? Більшість, чимало, не буду сказать, чимало ваших колег по акторському цеху пішли. Хотя можно слово добавить, если у кого-то есть желание в новый проект какой-то маски. Вот можно позвонить в Дом клоунов, можно мне позвонить, мы не откажемся. До політики, до вашого ставлення до тих людей, до тих акторів, які подались в політику, зокрема, і серед одеських ваших поплічників, пан Філімонов, навіть Георгій Ділів мав такі наміри. Попытка не пытка. Ну, когда там я тоже пробовал, меня не выбрали. Ну, не судьба, значит. А що б ви зробили, якби не лише б пройшли? И мали бы реальную власть. Я уже озвучивал это, но много раз. Я еще раз готов озвучить. Когда мы баллотировались в Горсовет с Делиевым, и меня спросили, какая у вас программа, я сказал, что я хочу зиму отменить, потому что мне не нравится это время года. Это мряка, гидота. На украинском языке два слова точно выражают это состояние. И мужчина, который задавал вопрос, он говорит, а как же будет? Я говорю, будет весна, лето, бабье лето, осень, потом снова весна, лето, бабье лето. Он говорит, это же нереально. Я говорю, ну, другие кандидаты вам нереально обещают, вы же верите. Ну теперь вы точно не однодумаете Катерини Банкової, яка полюбляє цю пору року. Ми постійно з нею сперечалися, коли, власне, це і відбувалося. Так, я люблю зимну погоду. Ну, в Альпах якщо... нормально, я теж люблю. В Альпах, это, да, хорошо на лыжах покататься. Розділяю, так, ваші Закопани ми їздили очень часто, приїжджали на мозгові штурми, придумували там маски-шоу, і всі люди катались на лыжах, на санках, а ми сиділи в номері з утра до вечора, повні пепельниці, вот это все. Вот, и мы придумывали, накидывали гэги, и заходили горничные, смотрели на нас, как на сумасшедших, там, дебилы какие-то. Они приехали в Закопане, сидят в хорошей гостинице и занимаются фигней какой-то. Головне – змінити обставини, змінити стіни, и ось він відпочинок. Ну, это еще без телефона. Просто ми ж кажемо про те, що весняний настрій, так, ви б одеси там принесли. Ось за таке я би проголосувала. Так ми этим і займаємося. В принципі, кожен чоловік должен займатися тим, що у нього хорошо виходить, від чого він отримує удовольствие, від чого він приходит в какую-то эйфорию. Я вижу по зрителям, которые приходят в театр, по глазам, по улыбкам, этот вакуум, это нехватка, а просто положительных эмоций. И они вот только-только-только вот начали потихоньку приходить, начали понимать, что здесь нельзя заразиться, от нас же только юмором можно заразиться. Они начали потихоньку приходить, вот, и тут бах, на тебе еще раз. Но я смотрю, вот по продажам потихонечку люди так сказали, что знаете, что давайте, вам надо карантин? Пожалуйста, идите на самоликвидацию, идите куда угодно. Вот, а нам надо счастье, надо радость. Жизнь, она очень короткая. И, в принципе, ну,
в любой момент может все что угодно случиться. Даже вот во время 4 месяца, да, была эта карантина, люди защищались как могли, они там руки вытирали, 20 раз на день мыли, масочки носили, а потом какой-нибудь дебил обкуренный вносится на остановке в машине пьяный, да, и сбивает там 4-5 человек. Так ради чего я 4 месяца мыл руки, чтобы, ну, дождаться этого дебила? Вот поэтому я думаю, что нужно наслаждаться каждым мгновением. І формула проста, так, наостанок висновок, формула проста. Якщо ви втомилися від цих злиднів, які породив цей карантин, зокрема, відвідайте. Дом клоуна в театр маски. Самий світлий, самий сонячний театр, самий сказочний, самий волшебний. Приходіть і не пожалієте. Так, а давайте ще раз на найближчі дні. А вот я скажу, значит, коротко, так. 7 мая «Дикарь Форева», о чем молчат мужчины, женщины, это суперный спектакль, приходите обязательно. Ну, любая женщина должна же знать, о чем они молчат, эти мужчины. 8 «Одесский подкидыш», 9 мая «Евреи Евредика», 12 «Дон Жуан», 16 «Ромео и Джульетта», 21 мая «Пришел мужчина к женщине», 26 «Евреи и Евредика», 29 «Ромео и Джульетта», 30 «Рыжий город». «Ромео и Джульетта» — это вообще в книгу рекорд. Рекордов Гіннеса можна заносити. Ну, скільки років, до речі, ці? Уже більше 21, вже 22-й рік пішов. І постійний аншлаг. І не було щодня, щоб не прийшли до нього. І радуюсь, і нас з Наташою надає ще в книгу рекордів Гіннеса. Вона грає Джульєту, я Ромео граю. Я думаю, що ми саме великовозрастні Ромео і Джульєта, які коли-либо грали ці ролі. Час подаватися у книгу рекордів, бодай, України точно. Так, що ж, плани на травень маємо. Дякуємо вам за це. І дякуємо також за цікаву розмову. І за те, що завітали до нашої студії. Спасибо. Цього майже святкового дня. А дякую. Я ще раз з днем рождения поздравляю, щастя, радості. Желаю, пусть вершиться реальне і нереальне, сказочне, волшебне исполнение всіх мечт. А вам хочу пожелати парня красивого, умного, непьющого, бізнесмена щедрого. О, дякую, аж дякую. Аж надто приємно отримувати від вас вітання. Дякую вам, пане Борисе, за те, що завітали до нашої студії. Борис Барський, режисер, поет, директор Дому клоунів та одеський геній просто був у нас в сьогоднішньому ефірі.